Привет всем, ребята. Я, короче, все-таки решил, что мы давайте в этом выпуске попроходим побочку. И, кстати говоря, затестируем наш щит, который мы недавно получили, да. Как бы вот, потому что я все еще приболевший, как бы. А как раз, когда буду снимать тот момент с Джейд, я уже, по идее, выздоровлю. О, кстати, тут поспать это можно. Давайте, наверное, поспим еще сразу до рассвета. Сейчас я ночью бегать не хочу, прям скажем. Это, да? Ага. Да, еще странно немножко то, что не на каждой кровати почему-то можно спать, да? Это... Ну, давай. Ну, да ладно, да, просто я жу, я еще приболевший, а так как раз мы будем вот такой, по идее, интересный момент на самом деле проходить, да? Очень интересный момент проходить, и как раз я к тому моменту уже выздоровел. С вот этой вот Джейд. Вообще интересно, тут будет какой-то свобода выбора в этом Dying Light? То есть можно ли будет, допустим, выбирать эту Джейд, типа предавать или не предавать, да, вот это вот реально интересно. Или все-таки здесь все достаточно, ну пока что здесь все линейно, да, как бы пока что у нас не было ни одного квеста, где бы у нас был какой-то выбор, да, то есть как ты хочешь пройти квест, выбор есть, да, там, то так или иначе. Да, давайте его теорию большого взрыва пойдем сейчас на Джафара. Да, он же нашел применение нашему динамиту. Так, как нам вооружиться щитом? Тут немножко непонятно. Ну и как? А, наверное, он же типа как оружие, видите? А, да. Давайте его заменить грубого клевца или что? Да нет. А как нам вооружиться щитом? Я что-то не понял. Поставите его сюда. А, вот он сюда. Ага. Давайте вместо взрыв-пакета. Так. А, ну блин, неудобно. Ага, ну бить ты не можешь щитом. Ага. То есть ты не можешь, допустим, взять щит и бить одновременно, видите? То есть ты можешь чисто прикрываться. Ну это, в принципе, прикольно, наверное, знаете, когда ты, допустим, устал. Да, нету сил, чтобы махать дальше этим молотком. Ты, типа, устал, и можно вот так вот просто защищаться щитом, стоять тупо, да? Наверное, вот что-то как-то так. Ну а там затестируем как-нибудь. Так, пользуемся пока что кривцом, правильно, да? Что у нас до сих пор нет никакого ни улучшения для оружия, ничего такого. Кстати, нам бы хатки было бы пообыскивать на самом деле очень неплохо, я вам скажу, да. В этом выпуске еще, пожалуй, этим бы заняться, потому что... Марли, алкоголь. Реально, просто коктейли молотова одна из лучших штук в игре, а у нас их совсем не осталось. И... Поэтому было бы неплохо реально хатынки какие-то пообыскивать на самом деле. Кто? Где? А, вон оно. Заходи, заходи, гостем будешь. А ну. А, так нифига себе. Так щит вообще классная штука. То есть она когда по щиту бьет, так она ей типа еще и урон, типа как возвращается. Видели? Она ебанула по щиту и... Да, и какого-то хера ее саму ударило, типа как. Странный момент. Так что щит это вообще закачаешься штука. Кстати говоря, марлю нашли, это классно. Ну так алкоголь, к сожалению, не нашли, да. Честно говоря, вот сейчас самое больше я хочу именно алкоголь находить, а не марлю, если честно. Да, если быть откровенным. Ну что ж, щит, да, щит мы заценили. Притом она, допустим, нанесла удар, а он пока что, ну, с полным запасом здоровья, скажем так, да, этот щит. То есть, то ли он так тяжело ломается, то ли что. Вот он, взрывоопасный братишка, смотрите. Братишка упал. Ой, блядь, сейчас пизданет. Прикольно, он подлетел тогда.
Так, уже бежит, да? Или нет? Вроде не бежит, показалось. Так, а как в домик-то зайти? Я же сюда ради домика пришел. А что тут? 4 months baby, 8... А, что, 4-месячный ребенок и мать? No food, no water. Нет еды, нет воды. Please help, пожалуйста, помогите. И вот еще, кстати, я тоже прикольно на самом деле, да? То есть ты исследуешь опять-таки территорию и... Даже вот здесь вот как они проработали, да? То есть ты смотришь всякие домики и на крышах то типа надписи о помощи вам, да? Можешь понаходить. То есть это же все вот, вот в стиле готики, да? Оно добавляет как бы... Да, добавляет души, атмосферности игре. Да, главное нам еще не забыть, как только мы найдем эту самую... Ладно, пошли к Джафару, что-то пока что не фартит. Да, как только мы найдем эту самую... Кстати, а мы в этой были больничке? Я не помню. Реально не помню. Да, химикаты как только найдем, то надо будет, короче говоря, это самое. Сделать себе гранат. Потому что гранаты реально штука хорошая, там даже замораживающие есть, но как раз только химикатов и не хватает. Отлично, аптечка. Так, тут у нас закрыто, да? Как же нам в больничку попасть? Это... Привет! А, нет, ломается, да. Кстати, нифигово ломается, я вам скажу. Извините, меня два раза где-то стукнули по этому щиту, да? Два раза где-то стукнули по щиту, да, а он уже, короче говоря, совсем того. Кстати, как щит починить, непонятно. Да, нам бы какая-то труба бы не помешала на самом деле. Но инвентарь заполнен. Я хочу опять этот ночной клуб сделать, помните, оружие. Хотя, с другой стороны. Да ладно, короче, ну его нахуй, да. Потом как-нибудь что сделаем. Да, короче, надо понять, как в эту хрень попасть. Пока ж не очень понятно. Наверное, как-то через верх, да? А, нифига, он больше не хочет. Вернее, дальше не хочет никуда прыгать. Может быть, здесь? Тоже не хочет, да? Чё-то я не понял. И там, блядь, не хочет, и здесь не хочет. Да, я только не понял, как этот щит ремонтировать. Потому что все-таки, как видим, он... Ломается, и ломается он очень так неплохенько. Я вам скажу по секрету. То есть, вот, допустим, сейчас я смотрю, видите, у него уже нифига себе. Пол хп практически. То ли его нельзя чинить, то ли что. Но с одной стороны, может быть, его даже нельзя чинить, потому что он очень легко делается. Там всего одна металлическая деталь, и еще какая-то там одна хрень. То есть, да... Фишка просто в том, что он очень легко делается, поэтому, может быть, поэтому его и нельзя чинить. А, вот здесь вот, да? Мы, по-моему, вообще уже обыскивали, кстати говоря, вот эту вот хрень. Вот эту аптеку. Но я так понимаю, что даже если что-то обыскивал, ты можешь потом по второму кругу опять обыскивать. О, химикаты, отлично. Вот за химикаты, респект. Ну да, там просто очень легкие такие ингредиенты для этого щита, поэтому я же, я так подозреваю, что, наверное, для его ремонтировать нельзя, его просто надо каждый раз по новой делать. Ну, неплохая штука в целом. Я же вот такие вот ситуации, когда у тебя выносливость заканчивается, я так понимаю. Да, ты не можешь уже, типа, как отбиваться, просто щит взял, да и все. Так, химикаты у нас появились, значит, можно брать чертежи и, допустим... Да, мы вот даже сейчас можем уже 20 щитов сделать, то есть... Это ж просто пипец. О, коктейли Молотова. Давайте наконец-то сделаем их. А, не осталось места в инвентаре. Ого. Тогда давайте ракеты выбросим. А, это ж не то. Так вот, осколочные гранаты. Замораживающие, смотрите, флуоресцентные грибы. Замереть на месте, как вкопанных. Так, значит, надо что-то выбрасывать, да?
Так а где только выбрасывать, я не пойму. Давай, наверное, выбросим ракеты. Бросить все. Вот. Взрыв пакеты давайте выбросим. Я ими тоже, в принципе, не пользуюсь. Во. Теперь сделаем, значит, что мы себе хотели сделать. Коктейль Молотова, да, это супер штука. И вот замораживающую гранату давайте. Вот это хорошая штука, 100% нам пригодится. Да, все, отлично. И давайте вместо ультрафиолетового этого положим как раз замораживающую гранату, да. Вообще класса. А вместо сюрикенов давайте коктейли Молотова. Они, пожалуй, понужнее, да. Все, отлично, с этим разобрались. Вообще, да, вот надо будет потом еще поискать какие-то навыки, чтобы больше оружия можно было с собой тягать, потому что, видите, не хватает тут столько всего, столько разных чертежей, что даже не хватает уже банально, куда это оружие складывать. А ведь, в принципе, оно все надо там, да? Что-то в большей... О, вышибалу нашли, кстати, отлично. Что-то в большей, что-то в меньшей степени. О, еще химикаты, класс. О, алкоголь, вот, наконец-то. Гамбургер, хорошо. Домашние припасы. Блин, ну мы сюда 100%, ребят, не зря пришли. Зацените, сколько тут всего, да, при том, что ищешь химикаты. И вот, да, и вышибалу мы здесь нашли, то есть... Классная, классная помещенница. О, марли сколько, да, блин, я вижу. Можно здание по несколько раз одно и то же обыскивать, и в этом как бы смысл точно есть. Еще алкоголь, кстати говоря, алкоголь вообще ж классная штука. Да, это мы тут сейчас затаримся по полной, что называется. Так, касса. 87 баксов. Ну и еще марли, я так понимаю. Да, еще даже две марли. Ну вообще офигеть. Спасибо, пацаны. Так, вот, значит, мы теперь можем еще, смотрите, грубый клевец изменено, который F6. Мы можем на него поставить теперь вышибалу, который урон повышает. Да, отлично. Подтвердить. Потом еще что-нибудь поставим. Так, теперь чертежи. Я бы хотел сделать еще один коктейль Молотова. Ну, вернее, два он их сразу делает, да. И еще одну аптечку. Так, есть. И потом давайте вот еще замораживающие гранаты сделаем. Ну, просто осколочные. Вот ядовитые еще возможно. С каждым черная доза яда. Щедрая доза яда. Осколочные. Просьба не шептить потом про крышку гроба. И самодельные, да. То есть... Ну, я думаю, что в этих грантах особого смысла нет. По-моему, проще уже бросить все те же коктейли Молотова. Да, либо даже те же сюрикены. А вот замораживающие реально ж могут даже порой спасти жизнь, как мне кажется. Поэтому вот лучше будем... несомненно, их делать. Хорошо. Все, теперь надо топать к Джафару. Да, надо порой вот так вот отвлекаться от основного прохождения, или даже от побочного прохождения, и просто вот так вот обчищать всякие домики, потому что, повторюсь, видите, все-таки у нас уже реально и алкоголь на нуле был практически, и то на нуле, и это. Начали припасы заканчиваться, но видите как. И то ведь надо, и это надо. Блять, как тут залезть? Ты на дерево можешь залезть, братишка? Не хочет. Вот эти безопасные места я даже немножко не люблю в том плане, что тут, да, постоянно надо думать, как в них забраться, да? Они постоянно так вот их как-то спрячут. Там вход только с одного какого-то определенного места, как правило, это напрягается. Так, Джафар где-то здесь должен быть. Да, вот он. Glad you made it. Рад, что ты зашел. Сходи к Курту, он все объяснит. Так а нельзя было сразу сказать, то, что, братан, ты как будешь проходить, зайди сразу к Курту, да? Зачем мне было, блядь, сначала к тебе заходить, если мне все равно нужен, получается, Курт? Курт нацист какой-то, да?
Крейн, я хочу собрать из твоего динамита противопехотную бомбу. Она разнесет мутантов в клочья. Я объединю динамит со взрывпакетами и зарядом шрапнели, но мне нужно еще кое-что, в первую очередь подходящий корпус. Ну, как обычно, да? Сгодился бы аккумулятор от грузовика. На эстакаде как раз стоит грузовик. Ну, вернее, свисает с края. Ну, ты же парень тренированный, справишься. Ну, то есть, в принципе, квест схожий с тем, что мы на того журналиста проходили, да? Когда надо было ему камеру тоже доставать. Здесь просто заместь камеры, надо аккумулятор достать. И на старуху бывает проруха, здесь тоже такой однообразный сейчас, по крайней мере. Ну, по крайней мере, пока что впечатление, что квест такой из разряда однообразных, да? Ну, а там посмотрим, может быть, оно и иначе будет. Ух, так, хорошо. Да, очень бы хотелось еще какие-то улучшения для оружия, конечно, найти. Что, не хочется машину перепрыгивать, ну ладно. Ага, вот грузовик. Ага. Погодите, братки. Там где-то плюющий хрен, да? Так, приморозил. Короче, только зря потратил две гранаты, получается. Да. На деле только зря потратил две замораживающих гранаты. Хорошо. Вернее, ничего хорошего. Блять. Вот эти вот плюющие хуярики заебывают. Я же не сам больше причем нужен. Даже не эти взрывающиеся, которые, да, от них и топово меньше проблем на самом деле. А именно вот эти вот плюющиеся долбоебы, честное слово. Сдох, да? Это пиздец какой-то. Как-то их там многовато, если честно. Я что-то, блядь, подохуел. Ну, главное, что этого плевуна больше не будет, да. Что мы с ним разобрались. Но вообще это пиздец реально какой-то. Заебывает, что они со спины просто. Со спины часто заходят, да? Что за хуйня, пацаны? Кто-то меня висит вообще? Но я раньше, по-моему, спокойно всегда выходил с этой хрени, да? Меня никто не заебывал. Это какой-то пиздец, ты выходишь, блядь, из безопасной зоны, тут 250 зомбаков на квадратный метр, блядь. Это какой-то пиздец, если честно. Смотрите, блядь, что это за хуйня? О, хуй, тут так много стало, блядь. Yeah.
Это реально какая-то жуть просто, блядь, а. Кофе, блядь. Нахуй мне ваше кофе, блядь. Так, что у нас? Ой, не то нажал. Две ракеты, замораживающие гранаты, да? Щит давайте поставим, да, самое. Ну, вообще неудобно то, что щит они поставили под такую хрень, да. Но очень неудобно из этого пользоваться. Лучше бы сделали, да, банально, что ты, типа, нажимаешь правую кнопку мышки, допустим, он ставит щит там, да. А так получается, то есть ты, блядь, надо постоянно его выставлять там, где у тебя все эти оружия, там, где коктейли молотого и прочее, да. Постоянно его переставлять, ты можешь забыть то, что он тут стоит, не стоит. Очень неудобно получается, если честно, да. Кстати, да, быстрый захват, классный навык, видите. Тут сразу я нажал и пиздец. Очень удобно. Так, надо с этим добоем теперь разобраться как-то. Он своего ебнул, типа. Прикол. Он, походу, своего ебанул, этот тебе здоровило. Заебали, ребята. Давайте, короче, забирать уже эту хрень, наверное, и мотать отсюда, потому что покоя нам не дадут, походу. Так как аккумулятор забрать откуда, непонятно. Ну, уже он показывает ниже. Я в машинах вообще не секу. Где у нее аккумулятор, ребята? А вот. Есть, да? Все, поднят аккумулятор. А, ну это не сложно было, не так запарно, как мы камеру доставали, да, если вспомнить. Но вообще, хоть нереальное количество зомбаков, конечно, только выходишь с этого. Пиздец просто какой-то начинается. Оружие себе наломали, блядь, а. Ну или как, в принципе, все нормально, да. Ничего мы не наломали, все заебись. А, тут не открывается, окей. Тут, походу, нигде не открывается, я так понял. Кстати, да, еще странно, что у меня почему-то все 4 замораживающих гранаты, да? А, у меня же было 6, точно, было 6, а 2 я потратил, стало 4, все правильно, да. Я сначала подумал, что нам, типа, не засчитало то, что мы тебе потратили, но... Я ошибся. Ну да, этот квест, в принципе, был такой какой-то довольно-таки простой, на самом деле. Ну, зато, видите, в бою сразу мы заценили пару новых навыков, я же быстрое, по-быстрому, типа, отколупаться от этого зомбака, то есть быстрый, классный такой полезный тоже навык. Вот, Кур, держи аккумулятор. Итак, у нас есть корпус, мне еще нужны мелкие железяки со свалки для шрапнели. Кроме того, понадобится сахар и кабель. Пошарь по магазинам и складам. Принеси мне это, и получишь бомбу, которая сможет уложить сотню мутантов разом. Понял. This should take care of the sugar. These cables all right? They'll do. All right, we've got everything. У нас есть все, что надо. Дай мне чуток времени. Когда как все будет готово, я дам тебе знать. Ага, то есть все эти вещи у меня даже были. То есть я им их отдал. Подождите, пока курс закончит бомбу. Давайте нам поспим тогда, я так понимаю, да? Тут уже есть где-то кровать. Что у тебя еще какой-то квест? Что у тебя? Кто-то, видимо, включил антенну. Мы получаем сигналы со всего города. Один от группы Хэнсона. Хэнсон отвечал за безопасность башни, но решил, что она слишком уязвима. Он хотел перебраться в новое место. Брэкону это, понятно, не понравилось.
Тогда он и еще несколько человек ушли сами. Мы больше про них не слышали до сегодняшнего дня. Вот, послушай сам. Вызывает шериф из группы Хэнсона. У нас несчастный случай, нужна помощь. Я не знаю, кто нас слушает, поэтому о деталях умолчу. Пожалуйста, поторопитесь. Потом запись повторяется. Брэкен знает? Да, сказал, что пока не узнает, в чем дело, не будет рисковать паркурщиком. Я сам выберусь и выясню обстановку. Было бы здорово, Хэнсон свое дело знал, но представляю, что у него могло пойти не так. Так, полная безопасность. Давайте сейчас не будем нажимать отслеживать, да? Ну, по идее, само будет отслеживаться, я так понимаю. Так, пацаны, где у вас кровать? Вы заебали. Там, да? До вечера, потом до утра, чтобы мы могли уже, по идее, бомбу забрать. Ну, в принципе, квест этот несложный, да? Ну что? Курт закончил бомбу? Тю. Так он меч вообще делает, блядь. И как же он бомбу будет делать, если он ножик делает? Значит, дело не в том, что нужно там подождать до рассвета или прочее, да. Я понял. Да, вот полная безопасность квест все равно дается. Найдите группу Хэнсона на высотках. Я понял. А, может быть, оно типа как связано, как думаете? Типа, если пройти с группой Хэнсона квест, да, то типа как и продолжится на эту хрень, потому что мы день подождали, нифига он бомбу не сделал. Наверное, оно как-то связано. По крайней мере, я так думаю. Может, в этом выпуске еще успеем добежать до этой группы Хэнсона. Не знаю, попробуем, по крайней мере. Ну, прикольно, слушайте, я жу и прокачиваться, и жу, резон очень большой есть, жу, сколько мы уже навыков классных выучили, да. По-быстрому от зомбака отклеится, да, просто букву Е нажимаешь, и все, он тебя в захват не берет. А это реально очень полезно. А, блядь, бомба готова, возвращайся, сука, дебил, а. Сейчас буду. Я ведь возле него был, блядь, он мне не мог сказать то, что бомба готова, да? Когда я уже отошел, у него бомба вдруг стала готова, дебил, блядь. Да, щит сделали себе, а щит вообще потрясная штука, конечно. Держи, тут прокачка и вообще RPG составляющая, она не хуже, чем в каких-нибудь реально вот таких вот RPG-шных играх, согласитесь. Ну, реально так, и побочных заданий сколько, я же говорю, я вообще офигевший. Держи, я когда только начинал играть, я, ну, думал, ну, в лучшем случае, если здесь и будут побочки, да, то там, ну, так, две, там, три штуки, да, там, каких-нибудь условных. А мы уже сколько их прошли, повторюсь, да, и сколько их еще, походу, есть. Это ж просто пиздец. Бомба готова? Пока что опытный образец, он на столе, готов к испытанию. Неподалеку есть забаррикадированный туннель, днем в нем кишат прыгуны, но ночью все должно быть чисто. Лучшего места для испытания бомбы и не придумаешь. Ладно, я осмотрю туннель и сообщу, что там и как. Да, и еще, помни о взрыв пакетах. Бомба взорвется, как только они закончат искриться. К тому времени тебе надо убраться из тоннеля. Удачи. Вау. Бомба Курта. Ночью заложите бомбу в туннель. И вот опять-таки, да, то есть ты сначала берешь квест, он вроде бы такой шаблонный, да, пойди принеси аккумулятор. А в итоге все это оборачивается тем, что тебе нужно идти ночью в туннель, закладывать там бомбу в гнезде прыгунов, да, и, ну, офигеть, прям такая это диверсантская миссия, да, саперская какая-нибудь. Я же вот этим вот Dying Light, он, наверное, самым больше нравится, я же, то что... Тут, вот вы же сколько мы уже прошли побочек, ну, самое, возможно, неинтересное, это когда мы алкоголь носили тому чуваку, там только развязка была прикольная, просто они немножко затянули, да, то, что аж три раза надо ему по три бутылки спирта приносить, немножко было затянуто. Остальные все побочки, что мы проходили, от и до, мне все понравились, каждая по-своему прикольная, интересная, да, с прожекторами вообще шикарная побочка, как по мне. И вот сейчас, я же говорю, кажется, сначала все так будет просто и банально, а в итоге, я же говорю, тут опять надо ночью делать вывозку, идти в какой-то туннель с прыгунами, но их там не будет ночью, они ж ночью на охоту выходят. Да, и взорвать его, ну офигеть. А прикиньте, прыгуны такие придут, блядь, да, после ночной вывозки, типа уже под утро, они ж при свете дня типа сдохнут от света ультрафиолетового. Такие, сейчас запрячемся дома, приходят, а там, блядь, все разъебано, да, взорван у них дом.
Они там такие охуевшие, бля, типа, да, и все, и солнце встает, и их всех ебашит. Будет еще прикольно, если такую картину можно будет воочию увидеть. Ну ладно, что-то я заговорился, игрушка потрясная, я же говорю, вот сколько мы уже тут играем, и же тут большую часть геймплея, что я наснимал, это мы побочками всякими занимаемся, да, побочными заданиями и исследованием мира. Я реально сейчас даже забил на основную ветку, потому что тут, блядь, очень не менее интересно, я же просто так вот бегать, исследовать и проходить побочки. Суперская игруха, вообще просто 10 из 10, я не знаю, что еще сказать. Ладно, ребятишки, да, что-то я заговорился. Я, как всегда, благодарен за просмотры, за подписки, за лайки. До новых встреч. Пока.